На согласование депутатскому корпусу вынесли кандидатуру Сергея Петрова на должность первого заместителя главы курорта. Он имеет два высших образования, свыше 28 лет руководящего опыта и более 2 лет стажа муниципальной службы. Сергей Иванович – анапчанин, и немалая часть его трудовой биографии связана с нашим городом. Мы его знаем все. Вот. Он очень опытный руководитель. Работал уже на многих должностях, вы это видели. Кто за то, чтобы предложенный проект решения принять в целом, прошу голосовать. Принято единогласно. Еще одно согласование состоялось на должность главы Субсехского сельского округа. Руководить территорией будет Сергей Пятаков. В течение 4 лет он работал заместителем главы округа и положительно зарекомендовал себя. Как рассказал депутат Андрей Дубошин, Совет ветеранов и Совет общественности поддерживают решение Юрия Полякова. То, что решение уже принято, это только положительная сторона. И очень хорошо, что это единое решение как депутатов округа, так и Советов общественности и ветеранов. Поэтому я прошу Совет рассмотреть положительно данную кандидатуру, согласовать ее. По второму вопросу также вынесено положительное решение.